Спонсор прогноза погоды – Единый центр защиты. Сложно платить кредит? Уменьшите платежи. Избавьтесь от назойливых звонков. Ликвидируйте долги полностью. 248-36-33. В четверг в Самарской области пасмурно, с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 13, плюс 15, ночью 8-10 градусов с плюсом. Ветер преимущественно северо-восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани тучи, но без осадков, днем плюс 14, в темное время суток плюс 10, северо-восточный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти пасмурно, днем плюс 13, ночью плюс 10, северо-восточный ветер, 5 метров в секунду. В Самаре ясно и без осадков, в дневное время плюс 14, ночью 9 с плюсом, ветер северо-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.